национальные мотивы Бессарабского края. После двухлетнего перерыва в Тарутино прошла традиционная ярмарка, на которую съехались гости со всех уголков Украины и ближнего зарубежья. Я же очень много лет в Минске, но когда-то родилась и выросла здесь. И я хочу сказать, что мне очень понравилось, много хороших впечатлений. Люди как-то ведут себя очень красиво, культурно, умно. И ярмарка мне, как сказать, понравилась. Объединение, люди друг другу как бы улыбаются, здороваются, видят друг друга. Это очень хорошо. На Бессарабской ярмарке 2016 были представлены мини-копии дворов всех национальностей, которые проживают в Тарутинском районе. Мы находимся в избе украинской, рядом есть болгарская и гагаузские избы, где-то будут исполняться уже и болгарские песни, следовательно, гагаузские, потом болдавские, молдавские. И это как бы объединяет, показывает, что сплоченный, что наш украинский народ, он многонационален и очень дружен. Представители болгарской, гагаузской, молдавской и украинской этнических групп угощали гостей блюдами своей национальной кухни. А любители прикладного искусства оценили работы народных умельцев Бессарабского края. Юлия Долганюк, Думская ТВ.